Единственный в мире аттракцион «Гиппопотамус» приехал, чтобы покорить наш регион. В гости к ивановцам пожаловали артисты нового шоу продюсерского центра «Геи Эрадзе». Для зрителей они приготовили путешествие в мир экзотических животных, волшебных перевоплощений и восточных тайн. На, арты. На, бравушки. Не шипи, не шипи. Увидят зрители трех больших артистов – африканских бегемотов. И это только кажется, что гиппопотамы очень нерасторопны и малоподвижны. На сцене эти тяжеловесы – настоящие звезды. Это Златик, Яна и Аида. Родом они из Израиля. Им по 10 лет, 9 из которых они выступают на сцене. Гиппопотамы фактически не поддаются дрессировке, поэтому в мире с ними никто не работает. Никто, кроме Тофика Ахундова. Вам известно, что это очень опасные животные. Вот. Ну, я взял их в годовалом возрасте, сейчас им уже по 10 лет, в годовалом возрасте, и из дикарей воспитал вот таких вот животных, которые, в общем-то, меня стараются слушаться. Их дрессируют бегемотов, но на очень на низком уровне. А что-то, чтобы трюки заставить их делать, это очень сложно. Зрителей бегемотов не будет разделять даже ограждение. Эти тяжеловесы почти ручные. После выступления они живут в просторном вольере и часто купаются в персональных ваннах. В день Златик, Яна и Аида съедают больше центнера овощей и других растительных кормов. А вот еще одна причина, чтобы сходить на шоу. Номер с дрессированными собаками. Пушистые лайки-самоеды и эксцентричные далматинцы влюбляют в себя с первого взгляда. 16 псов слушаются одну хрупкую дрессировщицу, свою хозяйку Екатерину Запашную. Артистка рассказывает, ее метод обучения заключается в любви. Счастливое животное на сцене дает хороший результат. Основная задача в дрессуре – сделать так, чтобы именно вот эта работа приносила радость. Не каким-то там выходишь, отработал и сидишь вот скованный, там боишься в шаг влево, шаг вправо. Ну и что, если он веселится, ну и что, если где-то место не добежал. Для меня это нормально. Я считаю, что зритель видит, когда собака относится с любовью к работе, когда она веселится, когда она на позитиве. И это сразу чувствуется. Качественная постановка выступлений, световое и звуковое оформление, номера классических цирковых жанров сделают представление незабываемым для всей семьи. Премьера шоу запланировано на эту субботу, 27 января. Старт программы в 16:00. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.